Именно пенсионерище, именно, спасибо огромное. Ну какой каток? Ну как вы так каточки-то ставите свои? Блин, ну мне хочется ее удалить. Мне просто хочется удалить игру. Ну как они ставят на варягах? Ладно, ладно, ладно. Хорошо, бывает. Хорошо, бывает. Едем дальше в следующий бой. Все будет отлично. Все будет здорово. Опять он каточек ставит. А это варяг. Вот так вот. А вы говорите? Можно к тебе в тиму героях? Так, сколько у тебя? 14 миллионов 1200? Блин, наверное, маловато. У нас там два места осталось всего лишь. Всего лишь два места. Дед Спайлан тут. Что по мне этот не дал? А он по мне дал, естественно. Моста этого гребаного. Да он это как? Ну как он так попадает? Меня же уже не видно. Ну он с варяга попадает, с варяга. Блин, мне уже тяжело играть. Уже тяжело. Да боже! Ой, у меня сейчас... Гусеница восстановлена. Удачный выстрел. Пробил его. Есть пробитие. Хорошо пошло. Прости, прощай. Вас всего трое. Напоминаю, тут не дают бронзовой медали. Невидимичий красавчик. А кто тут? Арлекин. А тут кто? Какой-то тяж. Не пробил.
точный выстрел. Чё за бред? Попадание есть, урона нет. Здорово, Рояр. Так, третий топ-1 подряд. Так, у нас уже почти 300 человек. Вот, уже получше, уже хорошо. Уже почти 300. Да ты вообще. Не пробил. Удачный выстрел. Пробил его. Броня не пробита. Получите, распишитесь. Пробил его. Получите, распишитесь. Это самое, да? Капец. Их осталось всего двое. Да иди ты к черту, господи. Что-то с мотором, теряю обороты. Да это просто трэш! Ну блин, ну опять душнят, опять душнят. Один встал тут, ноль вообще взаимодействия друг с другом. Они ждут, пока. Они опять будут этот бой доигрывать, пока ХП не кончится. Понимаете? Душнилы, душнилы! Зачем вы этих ТТ берете, если вы не играете на них? Если вы просто стоите на них. Ну пипец! Наверное. Да. Ну я не могу просто. Ну что за бред? Этот чел мне перекрыл его, когда он стал шотным. Ну как в это играть? Ну как делать фраги, когда чувак просто ненароком, случайно это делает и перекрывает тебе типа, которого ты хочешь убить? Который становится шотным, в идеальный тайминг. Ну что за бред? Ну чё за бред? Стою, хочу убить эту валькирию, и в итоге и того не убил. Ну сколько можно? Просто минус 2 кило за... Ну вот просто, вот по щечку пальцев. Удачный выстрел. Повезло. Удачный выстрел. Попали в кузницу, стоим. Можно продолжать движение. Пробил его. Хорошо пошло. Есть пробить. Досадная неудача. Надеюсь, ты сделаешь выводы. Сколько там за второе место дают? 30 очков. Минус 7 очков. Ну вот, 10 тысяч 3 фрага. Вот 28 тысяч 10 фрагов. Я проигрываю. Опять. Смысл вообще играть в этот стальной охотник мне? Вот смысл, если вот такое происходит. Каждый день. Все, я заколебался уже. Просто unreal. Просто unreal. 5 минус бой. Дофиги еще фрагов делаешь, опять дохнешь. Это еще очень везет, что я сейчас не разбиваю напрочь этот стол, об стену кулаки не разбиваю, не кидаю всякое непонятное что куда-нибудь тоже.
Очень повезло, что я так реагирую нормально, более-менее спокойно. Сдержанно, я бы так это назвал. Но горит у меня просто невероятно. Так, заберем вот эту штуку, чтобы ему она не досталась. Нам не нужно, чтобы он себя хилил жестко. Ой, плохо кинул. Хотя тоже пойдет. Но вот с этим ТТ, конечно, повезло. Он такой, он свой, наш слон. Отлично. 13 фрагов нафиг. И чат на Рутубе отключили, это все нормально? Все есть. О нет. Ну что, вот твой звездный час. Последний противник. Вижу пробитие. Да. Честно. Попадание по модулю. Но это нечестно. Есть попадание. Что ноль попаданий? Это нечестно. Это, блин, нечестно. Но... Это все. Ничего, расквитаемся. Просто чекайте сессию. 55, 63, 55, 59. 32 место. Ты был слишком
противник. Он опять, да это просто пипец. А не, варягов надо убивать гребаных. Просто, какие же убогие это танки. И убогие эти мины, просто пипец. Надо было варягу убивать. Никогда, никогда не оставлять живых варягов. Просто, никогда. Никогда, абсолютно. Все, надо запомнить, взять за правило. Никогда в жизни не оставлять в живых ни в какой... ни в каком моменте боя, ни в какой ситуации, в каком этапе боя этих гребаных варягов никогда. Просто борода. Триста шестьдесят пять, может не хватить. Альфы. Да, 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 тупорылые мины опять. Опять я немножко сблизился. Ничего страшного. Ай, как же тяжело играть 6 часов, потом опять начинать все заново. Вы себе не представляете. Два-то это естественно. Так, пока недалеко, нужно быстро убить варяга этого. Сбил хилку. Бам. О, поехал. Поехал, сыночек. Керился весь бой и поехал. Ну, стандартная ситуация, чё. А, это медведь вонючий. Найс бой. Лика, тебе понравился этот бой? Только честно скажи. Вижу Брандер. Докатится до тебя, рванет. Давайте следующего. Че, вообще дурачок? Ты совсем дурачок? Ты просто, ты... Ну ты, чё с тобой? Вон, того есть. Дурачок на шаре, что ты сделаешь? Отлично. Просто невозможно с ним. Ну давай, ты чё вообще? Хочешь мне опять помешать? Да не мешай мне! Да иди ты нафиг. Ага. Рикошет. Он меня ещё убьёт. Господи, да что за бред происходит? Ну что это такое? Мой шар не может догнать Байлана, мне мешает. Он взрывается до того, как доезжает до этого Байлана, и Байлан меня убивает. Ну это же бред. И рикошет. Да. И рикошет.
когда я его почти убил. Все сделал идеально, рикошет. Ну как дважды может за бой помешать свой же гребаный Брандер? Как? Ну дважды за один бой, за одну катку. Да, уничтожено лично 7, да, почетное четвертое место. 7 фрагов. 2-2-2. Зато топ-1 занимают люди. Топ-1. А я четвертое место, а люди топ-1. Да. Ну, получается, приятного аппетита всем. Котлеты и щучки сейчас в ротик так и залетят. Блин, да как же он больно бьет-то, а? Он забрал, ну это... Тут я зафейлил, конечно. А это честно вообще? Ну это нечестно. Ничего страшного, будут еще вылазки. Ну, 13 фрагов. Не, ну варяги это просто пипец.